Поздравления с днем рождения сегодня принимает и ученый, и общественный деятель Харум Таказов. Он около трех десятков лет возглавлял кафедру остинского языка и общего языковедения факультета остинской филологии СОГУ. Внес значительный вклад в разрешение практических задач, связанных с изучением остинского языка в республике. Харум Таказов – автор 6 действующих школьных учебников, переизданных в общей сложности около 40 раз. Также он автор более 100 научных работ о правилах остинской орфографии, составленной комиссиями с его участием и издаются под его редакцией. За активную научную, педагогическую и общественную деятельность профессор награжден нагрудными знаками, отличник народного просвещения и почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.